В рубрике «Автомат» сегодня видео дорожно-транспортных происшествий, в основном связанных со скользкой дорогой, метелью, в общем, тяжелыми погодными условиями. Добавьте к этому невнимательность водителя, и вот вам несчастный случай. Иногда они заканчиваются благополучно. Бывает, что везет. Получается, что можно сказать, пронесло. Еле остановил. Но не всегда. А в большинстве своем страдают и водители, и машины. Начинаем с аварии в Мичигане, в которой столкнулись почти 200 машин. В результате сильного снегопада водители не успевали вовремя затормозить и бились друг о друга. Мало того, один из автомобилей привозил партию фейерверков, в результате чего начался пожар. Один человек погиб, десятки пострадали. Похожие ситуации происходят не только за рубежом. Вот крупная авария на трассе М8 около года назад. В латвийском городе Гульбине на проезжую часть под колеса автомобиля выскочил ребенок, который на санках вез еще двоих детей. На скользкой дороге сложно было затормозить, поэтому он резко вывернул вправо и врезался в припаркованные автомобили. Машины получили серьезный ущерб, но дети остались целы и невредимы. Герой героям, а ущерб возмещать вряд ли дети ему помогут. И случай этот не единичный. Хорошо, что каникулы закончились. А вот вопиющий ролик. Из-за бомбилы за рулем, который резко перестраивается в правую сторону, происходит серьезное ДТП с участием трех машин. Плюс страдает пешеход, машины разбиты, водители горюют, а виновник аварии, как ни в чем не бывало, покидает место ДТП. Хорошо, что у автора ролика был видеорегистратор. А этот ролик, пожалуй, самый веселый за последнюю неделю. На видео, снятом камерой видеонаблюдения, видно, как женщина пытается подъехать к колонке с правильной стороны. Однако люк бензобака ее Хонды каждый раз почему-то оказывается с противоположной. И вот он наш ответ. Блондинка за рулем в Могилеве. На своем Ситроене она около минуты едет по встречной полосе. Примечательно, что на пути водителя находился сотрудник госавтоинспекции, занятый другой машиной. Не заметил он. Зато теперь вся область смеется. Автор ролика сделал забавный вывод. Едешь по встречке, не перестраивайся обратно через сплошную. Жди разрыва. Так девушка и поступает. Хладнокровно доезжает до разрыва и спокойно перестраивается уже в свою полосу. И была такова. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» в одно слово «собачка тут.бай».